Спортсмены из советского Икогалыма защищают честь страны в американском Орландо. Александр Григорьев, Иван Куликовский, Георгий Клименко и Илья Мишин – победители и призеры в жиме лежа и троеборья многих международных и всероссийских стартов. Они находятся во Флориде на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 и 25 лет. Соревнования продлятся до 7 сентября.